Так, привет, ребята. Сегодня мы вырвались с Андрюхой на охоту. Хуярим по РСШУ. Не знаю, что будет, но постреляем чуть-чуть, это точно. Наверное, опять. У вас много сетей, да, стоит? Нет, однако. Палец не лучше, да. Мы в затоне уже. А что, мелкая, крупная? 32. А это, а что на стрелятку не ставите мелкую, экрана? Стрелятку уже я могу. Не, ну все равно вы пожилой человек, должны знать, где яма. Ну, на парохозах работаем. На севере, я знаю, где. Дома по деревне не знаю. Это так, оставим свет на печке, чтобы не сидеть возле фильма. Да. Гуляем тут. На удочку нифига не идет, да? Только нету. Да? Смотри, поближе. Вот такие вот уловы на РТШ. Мусор один, блин. Да. Наичистейшая река. Вода упала. А нынче как-то даже, по-моему, воды не было сверху, да? Почему? Вода постоянно поднялась была. Где-то бугор был. Как там грустно? Да, так. Дай ему для себя, блин, тебе. А такая хуйня уже не будет идти. Так ясно, понятно. Ее надо, блядь, каждый день проверять. Не каждый день, через два дня. Не, ну хотя бы чтоб. Да и менять лучше сеть. А мы и меняем. Ну. Вот надо было здесь. А здесь вот немножко ближе к берегу, а там вон. А здесь глубоко, не? Глубоко. Это спереди. Ну, в принципе, нормально, а сеть такая полторашка. Ну, ну нормально. С этим, как его, запасом, чтобы нападение воды. Полиэтилен какой-то шипло. И здесь скотч. Китайцы отправили подарок на Новый год. Все забито, блядь. Мы один раз ставили вот в затоне, когда копали там. Резкие. Хорошо ловился, чебак. Карась, блядь. Ну-ну. Один сутка. А только попал. Сошла? Угу. О, блядь. 300, наверное. Первая рыбешка. На Енисей там мужики вообще ловят, там пиздец. Ну я на Енисей пароход перегонял, я. Ну это они, наверное, день по... А где, не сколько сейчас? По этим речкам боковым. Ну-ну. В Бахте? Не были там? Нет, а мы перегоняли, мы через... Ну что, ребятки, два местных аборигена проверяли сеть. Короче, сороковку, да? Да. И, короче, поймали всего одного судачка. Сами видели, за полмесяца, говорит. Ну я с трудом верю, что за полмесяца. Скорее всего, это не так, как незнакомым людям сказали, что одна сеть. Я думаю, из-за одной бы сети никто не ходил. Тем более, он не попадет. Да. Накопят дохуя. Вот такие дела. Ружишко не расчехляли. Хуярим. И нам надо хуярить вон туда. Там он, короче, ребятки, сосняк на той стороне. Туда и пойдем. Решили зарядиться, ребятишки. Держи замок. Там кто-то. Thank you.
все, выключаем. Вот иду, нашел целую дорожку заячью, вон там и здесь. Так. Ох, как будто пьяный. Вот, вот там тропка. Гибучие ветки. Так. Ты где там? Видно далеко уже. Ах, холодно. Вообще. Нет. Чехол мешает. Вот он. Все снимаю. Тут, ребятки, тропинка заячья. Охуенная еще тропинка. Одна. Да. Вот. Короче, так просто их не видно. Петли ставить тоже, блядь, далековато ходить, нахуй. Да и работа не позволит. Да. Да. Ну чё, ребятишки, видели мы следы заячьи, блядь. Прошли километра 4, приблизительно. Сейчас вот решили чайку бабахнуть чуть-чуть. Посидели, подумали, думаем, сейчас, наверное, зайдем на остров и похуярим по острову. Потому что заячьих следов вдоль берега очень много. Ну и может быть зайчика где какого дурного встретим. Хуй его знает, будет он там или нет. Mm-hmm. Вот. Ой, ладно. Ну, пойдем вот так. Да. Вот туда. Сейчас, короче, Андрюшка будет производить выстрел по этой льдине. Вот с такого расстояния. 150 метров. Дробь. Пятерка и тройка. Три выстрела. А, стой, я достану еще телефон.
камеру целая? Целая. Льдина нихуя не целая. Да ты ни о чем. Нормально, дробь это мелко. Вот, ребятки. Так, продолжаем. На исходную. Да, беги, патрон заряжен, просто беги. Беги, беги, беги. Нас же снимает. Вот две дробины осталось там. Все, ребята, выстрел следующего. Эту? Естественно. О, ребятки, смотрите. Дыры. Ургон дыры. Ну, был бы, съедал бы с пули, хуй попал бы. Ну ничего, нормально. Да они сырые, я тебе говорю. Вот лист стоит сухая. Вот ветки снизу. Да. Вот стоит большая, но она сухая. Вверху сильнее такой. Вот стоит вот такая вот тоненькая. Видишь жердина? Вот стоит жердина сухая. Вот, смотри, прямо, Андрей. Вот. Ты рюкзак-то сними. Вот, видишь, сухая. Только не бросай его, чтобы не это, ручки не раскололись. Угу. Ну-ка, тихо, ворон летит. Сука, далеко. Все, Андрей, пиздуй. Он на тебя летит. А? На тебя летит. Нихуя он не на меня. Ну-ка, тихо, тихо. Он не понял, кто где орёт. Андрей, да это ты не рви, ты, я тебе говорю, это хуйня все. Ты слушай меня, что я тебе говорю. Вот, видишь, стоит жердина, вот. Да нет, вот, прямо. Вот, стоит. Все, ее просто ломай, все. Без всяких проблем будет. Ружье собрался покупать, костер не знает, как развести. Да. Да.
Ты собрал? Дизы собрал. Ёбан форс. Раз, шесть должно быть. Два, три. Четыре. Пять, шесть. Все, ставь паузу. Пол, снимай. Все, включу. Ну ты вот отсюда. Да я иду. Вот. Да я сейчас ближе подойду. Да отсюда. И вот сюда, смотри, это, видать, сюда уже на жопу упал. А, туда? Вот сюда, вот пока. Ага, ага. Ну-ка, контейнера там есть. Ну, сейчас паузу. Это, памяти не хватит. Я сюда раз попал. И сюда он нахуярил. Короче, заебись. Все, он дослан? Да. Бля, куда не буду? О! Я отведу. Ты в землю стреляй. В землю? Вдруг там кто ходит. Все. Взял тебя.